Инвестиции, условия, прибыль – это коммерческие тайны и проект о том, как стать богатым, успешным и приумножить свой капитал. Я Динара Саду. Здравствуйте! Как начать бизнес социальной ориентации? Я слова забыла, подожди! Дубль два. И я попробую вам сейчас это доказать. Да ты что, вот здесь топ, ты ж гриба. А здесь нельзя говорить сексуально инвестиции. Здесь должен быть темп. В эфире коммерческий. Вы так считаете? Он не смешит, сидит просто. Блин, сама да ты виновата. А, шлопки-то пара, шлопки-то. Стоп. Врач молим, врач. Фу, правильно я сказала? А фу, пока хуже. Ай, забыла. If you'd asked me a category, I would have told you the sci-fi movies. Yerchen, sahan sirup. Я вот хламом сидим, ты чё у меня память ужасная? Пахнем, да? Бизнес в любом своем роде похож на круг альпиниста. Сначала восхождение. Мне кажется, все. Я дальше боюсь. Все? Я боюсь. Я нередко полечу. Я больше никогда не заберусь сюда. Пока на земле, пока. Если ты мог понять, что в душе моей. Расстроение личности у меня. Хорошо, хоть я в Инстаграм пока зайду. Только сюда или сюда? В это время мне что делать? Не фотографируйте меня. Не надо. Не надо. Шифрат коммерциал жылжымайтын мүлікке қызмет көрсету қанша тұрат? Здравствуйте, Динара Саду, программа «Коммерческие тайны». Здравствуйте. Предлагаю поболтать. Пообщаемся. Шайхай, да? Я не знаю. А это что? Это наше... Кеткирохан. Я забыла вырывать. Умгеуса, Кирисапта, Дальсис, Кенси, Аман, Саволнса. Куда я смотрела? Я не туда смотрела. Для этого мы раскрываем коммерческие твари. Все?